Добрый день. У нас продолжение темы «Магия в реалии». Что еще происходит, особенно под весеннее солнцестояние? Купили бутылку водки и лепестки розы были. Ну, розы уже купили на лепестки, чтобы засыпать лепестки в водку. Сумка целая, абсолютно, очень-очень крепкая. Это современная. Положили, и по дороге эта сумка рвется резко. Бутылка выпадает. Вернее, она не рвалась, бутылка просто выпала. В сумке дыра. Ну, хорошо, она умудрилась не разбиться. Это вот так они вырывали. Это была бутылка для ритуала. Вот именно вырвали. И сбоку такая хорошая дыра. Она не могла от одной бутылки вот порваться точно. И, я говорю, очень это современные, из пластиковой сумки. Вот вырвалась. Так они забирают. Вот разбить. Не тому, кто предназначен, а разные сущности при переходе через перекресток. Вы уже все знаете, что исчезают монеты из кармана для откупа. Вот это было для откупа, ну, для дара откупа. Вот так просто она могла бы разбиться и вытечь. Но, к счастью, не получилось. Но вырывали именно, чтобы разбить. Вот вам такая магия в реалии. Вот на этом я прощаюсь.